начале ноября я разыграю на очень простом и увлекательном конкурсе классическую гитару Yamaha Grand Concert. И всем привет! Вы на канале Сам Себе Гитарист, меня зовут Данила. Ну вот и подошел к концу первый выпуск проекта «Забирай гитару». Буквально час назад этот прекрасный инструмент Yamaha 1984 года выпуска выиграл Евгений. Я не знаю, с какого он города, в аккаунте у него не видно информации об этом. Через час мы с ним договорились созвониться, чтобы узнать, как передать этот инструмент. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню по поводу гитары. А, это вы Евгений? Рассказывайте, да. Евгений, как, какие впечатления первые? Радовался сначала. Сейчас тоже очень рад. Понял. А сколько вам лет? Мне 18. 18? О, здорово. И, а с какого города? Чебоксар. Ну, поздравляю, Евгений. Тогда в Авито пишите адрес какой. Чебоксары. Это здорово, что не Москва. Да, я сейчас в Москве нахожусь. О, в общем, жду в гости сегодня за инструментом. Ну что, народ, здорово снова. Мы встречаем нашего победителя. Его зовут Женя. Женя. Меня зовут Данила. Данила. Вот. Вот он твой инструмент. Открывай, смотри. Одна еще защелка. Доставай. Эту Yamaha. Она, наверное, старше тебя, да, скорее всего? Раза в три. Ну ничего. Гитара шикарная. Вот. В разговоре телефоном мы общались, и говоришь, только собираешься учиться, да? Ну, это инструмент, конечно же, очень высокого уровня. Я бы сказал, для начинающего это просто шикарный инструмент. Он подойдет и для гитаристов среднего уровня, даже профессионалы, если будут, возьмут его в руки, да, они скажут, что это очень толковая гитара. На концерт, там подпись мастера, Тошо Оката, это самый лучший мастер, который работал когда-то в компании Yamaha. Он уже где-то в 87-м году ушел из компании, больше гитары там не делал. История, в общем, заканчивается на этом. Где он, куда он, ну, неважно. Самое главное, что я тебя поздравляю с этим выигрышем. Как ты решился вообще? Да. Расскажи какие-нибудь слова. Сомнения были, что развод какой-то, нет? Да нет. Нет? Ну, 1000 рублей за такую гитару мастеровую, это символическая, да, цена. Да это вообще нечего, это подарок. Деньги никакие, да. Это вообще на самом деле подарок. 1000 рублей, это... Ну что сейчас 1000 рублей? Ну ладно, об этом не будем. Но самое это интересное, что у меня там, я говорю, у меня около 500 сообщений было. Там лох-развод какой-то. Самый популярный вопрос был, это в чем подвох? На 1000 подписчиков я решил разыграть такой инструмент прекрасный. Давай мы еще раз покажем людям. Пусть понаблюдают, посмотрят. Вот, и, как говорится, мне хотелось, чтобы больше людей было. Ну, получилось символично. Говорю, 6 струн, 6 человек. Елка. Это индийский палисандр. Тут есть небольшие мелочи такие, как вот немножко, видишь, может быть, лак побелевший такой. Вот немножко. Ну, это такая проблема у них. Ну, в целом, погода на гитарах. Слушай, живую. Выпуск первый подошел к концу, победитель у нас есть. Ну, конечно же, сейчас будут люди писать, да, это знакомый своему сейчас отдал инструмент. Сейчас они его продадут на Авито, нас всех развести хотели. Ну, решайте сами, смотрите сами. Следующий выпуск будет номер 2, там будет немножко другой сценарий, немножко другой замысел. Я считаю, он более интересный, все будет позже. Всем пока. Еще раз поздравления.